Что же ты за немощный дурак? Глупец! 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 Томми! Что, Рикардо? Эти идиоты, они постоянно пытаются давить на тебя! С этим бизнесом всегда такие проблемы! Что ты, черт возьми, делаешь? Эти паразиты оставили меня несчастным. Скоро любимая мама и папа будут думать, что смогут продать Галла в вице-городе. Что дальше, а? Вонючая мафия. Это бандитское место, крепость на уровне земли, поэтому Квентин и здесь. Квентин! Квентин! Он переправит тебя над зоной. Истребите их. Что ты делаешь? Что ты здесь делаешь? Эй, я тут поспрашивал, и мне стало очевидно, что Диаз отошел от дел и заморозил моего брата. Так же он убьет и тебя. Я могу взять на себя Диаза. Нет, послушай меня. Я займусь Диазом. Он начинает мне доверять. Только одно сбивает меня с толку. Что с Квентином? Я не знаю, мне всегда нравился этот Квентин Ванс. Тебя зовут Ланс Ванс? Эй, я достаточно наслушался всего этого еще в школе. Ланс Ванс — чистокровный ублюдок. Куда мы, черт возьми, направляемся? Остров креветок. Ты когда-то застрелил одного из этих в суматохе? Нет, впрочем, я немного потренируюсь в этом деле. Остров креветок. Мы сделаем пару проездов. Так что принимайте столько пушек, сколько сможете. Потом я с вами разберусь. Ланс Ванс, чистокровный ублюдок. Избавьтесь от тех нескольких бандитов. Мы здесь наносим удары, старик. Так что вынимайте столько пушек, сколько сможете. Okay.